Семейная и дружная атмосфера царила в культурно-спортивном центре «Мечта». Множество близких друзей собрались в одном месте по случаю праздничного концерта театра-студии детской песни «Ладушки». Коллектив для своих благородных зрителей подготовил яркие и запоминающиеся номера. Не обошлось и без сюрпризов. Сегодня у нас наш первый ладушкинский концерт, первый в этом учебном году, в 28-м учебном году, который начинает театр-студия детской песни «Ладушки». Это первые шаги вновь поступивших детей, первые шаги вновь поступивших в концертные группы детей. Это такой сбор друзей, наших знакомых, самых-самых наших близких, конечно же, для родителей. В этом году отчетный концерт отличался от предыдущих. Он делился на две части – посвящение самых маленьких участников коллектива в семью Ладушки и воспоминания о летней поездке на день рождения Артека. Театр-студию, как одну из семи лучших вокальных коллективов Российской Федерации, пригласили выступать в знаменитый когда-то в советское время пионерский лагерь. Очень хороший, было очень весело, там очень хорошие вожатые, они с нами проводили всякие игры. Мне очень сильно понравилось. Мы каждое утро репетировали. Очень ждали 16 числа, чтобы выступить. Поблагодарить театр-студию детской песни «Ладушки» за создание гимна к фильму «Корабелла Прионежья» приехала близкий друг коллектива и журналист Татьяна Дубровина. Я считаю, что они молодцы, и в таких проектах надо участвовать. И несмотря на то, что это действительно была авральная работа, это надо было буквально за 4 дня все сделать. Они справились на ура, и очень понравилось фильм. Уже был презентован на Русском географическом обществе. Безусловно, жемчужинками вечера стали самые юные участники театра-студии. Их номера у всего зала вызывали улыбки, умиление и шквал аплодисментов. Малыши, не стесняясь зрителей, пели и танцевали на сцене. Каждый запомнился своим обаянием и индивидуальностью. Ну а самые старшие подготовили для гостей большой сюрприз – танцевальный флешмоб. Двадцать восьмой праздничный концерт закончился символической песней о мире во всем мире. Друзья пожелали театру-студии детской песни «Ладушки» больших творческих успехов и процветания. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».